Россия готова продолжать транзит газа через Украину, но только на своих условиях. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Панкин в интервью информагентству РИА Новости. Там есть целый ряд элементов, на которые украинцы пока пойти не могут. Одна из заявленных опций заключается в том, что есть действующий контракт. Можно его продолжить с внесением каких-то необходимых изменений. Но, похоже, Украина такую опцию отвергает, сообщил замглавы ведомства. По его словам, в Киеве царит абсолютная неопределенность в отношении своей газотранспортной системы и ее преемника. Напомним, что в январе этого года представители России, Украины и Еврокомиссии обсудили в Брюсселе транзит газа после 2019 года, когда истечет договор между «Газпромом» и «Нафтогазом». Однако никаких конкретных договоренностей достигнуто не было, а украинские власти заявили, что России придется подписать договор на их условиях. Свои условия Москва также озвучила Киеву. Следующий раунд консультаций по вопросам транзита газа намечен на май. В российском ведомстве ожидают, что к этому времени Киев изменит свою позицию.